Гроссмейстер международного уровня дал якутянам мастер-класс по шахматам. Чемпион Европы этого года Эрнест Эйнаркиев провел с желающими сеансы одновременной игры. Более 40 детей и взрослых получили возможность побороться со знаменитым шахматистом. По мнению гроссмейстера, в Якутии этот вид спорта развит хорошо. Я приятно удивлен. Мне очень понравился и шахматный клуб, и рассказали о том, что уже есть опыт преподавания шахмат в школе. И общий уровень, достаточно приличный уровень, мастера спорта – это достаточно хороший уровень. Вот. Но, конечно, для того, чтобы расти дальше, нужно более активно общаться с другими регионами. Сейчас шахматы сейчас во всем мире очень развиваются. Вообще, хотел бы отметить, что сейчас уже становится общепризнанным мнение, что шахматы очень положительно влияют на развитие особенно детей.